Всем привет! Ребят, вот сегодня у нас предстоит ночь перед Рождеством, и Микуся, как сам не в себя, бесится, играет, радуется. Непонятно, может быть, он знает, что Рождество, и мама пекет что-то очень вкусное, ему достанется гусиная лапа. Не знаю. Ну и это не главное. Главное, что у парня хорошее настроение. Чего и вам желаю. Ребят, всем счастливого Рождества, крепкого здоровья, успехов всегда и во всем. Сейчас, как только настанет ночь и людей станет немножечко поменьше на улицах, мы обязательно пойдем гулять. Я думаю, что пойдем куда-нибудь в какой-нибудь парк. Рождественский парк, ночь. Наверное, все это очень красиво, замечательно и великолепно. Обязательно покажу вам эту прогулку уже в следующем видео. Всем удачи, до скорых встреч!